Всем привет с канала Dream Team. И сегодня у нас новый обзор покупок. Будем сразу небольшими кучами, а как только мы что-то докупаем, мы это показываем, чтобы вы успели это купить. Зашел в магазин. Опять-таки в рыболовные с Кристиной зашли, закупились кое-чем. Так как этот сезон мы планируем работать только на специализированных жижах, первым, что мы купили, это TCL. Также CCL от Дунаева, серия World Champion. Немножко я тут испачкался, конечно, уже пока его открывал. Надо было протереть, но извините. Сироп кукурузный, Corn Step ликер, Midi Muscles. Очень вонючая хрень. То есть у меня нюх пропал еще до всякой короны в 2019 году, там в июне месяце. Кристина у нюхов это, ну... Просто становится плохо. Это вот кукуруза перебродившая, запаха миди, прям болотного запаха. И поэтому думаю, здесь как прикорм мешать, так и, допустим, макнуть в эту кормушку и кинуть. Это однозначно привлечет внимание рыбы. Так, 195 рублей, пол-литра. Крайне советую. Далее. Также Дунаев. Дунаев уже делают теперь свои бойлы еще. Дунаев Boils осьминог 14 мм, такая красивая упаковка, внутри открываем сразу же офигенный запах, вот такого темно-фиолетового цвета, около там 40-50 штук, то есть хватит. Упаковка 125 рублей. Далее, Big Fish от компании 3KBaits на карпа ароматизатора зеленая конопля. Без спрея, без дозатора, просто такая маслянистая жижа, чтобы добавлять в прикорм на просвет, такой даже цвет зеленки она имеет. Но думаю, тут не будет видно на камере. Цена 60 или 45 рублей. Далее, компания Пеликан. Микс перец плюс ананас позиционируется как для карася. Объем 50 мл. Андрей Дунаев. Думчев. Прошу прощения, Андрей Думчев. Автор рецептов. Компания Green Fishing. Для поплавочной донной ловли. Удобный дозатор в виде спрея Дипа, как всегда. И полное наполнение. И что еще мы купили? Это Дунаев, серия World Champion, базовая смесь, черная. Позиционируется как все-все-все. Вобла, карп, тарань, сазан, карась, густерай, гелец, что еще там, лещ, плотва, сазан. Вся рыба, которая водится, такая мелкая пыль с какими-то там вкраплениями. 2,5 килограмма, 215 рублей. Выгоднее, я думаю, очень выгодно. Базы могут быть доработаны под определение условия путем введения дополнительных компонентов. То есть, естественно, эту базу можно мешать с другими вкусами и обязательно добавлять вот эту штуку. 215, 195, 125, 60 и 125. Думаю, более чем как раз-таки это эффективно. И поэтому, да... Рекомендуем к приобретению все это, ну, чуть больше 500 рублей. Но как бы здесь дохренища корма. Флакон CCL на 5 килограмм, наверное, то есть это на 5 пакетов замеса. Этого вообще нам хватает на целые сезоны. И бойлов вы столько сразу не израсходуете. Поэтому рекомендую. За информацию я вас попрошу только поставить лайк и подписаться на канал. А мы с вами встретимся в следующем видео. Пока!